Поток мигрантов хлынул на юг Италии. Благоприятные весенние погодные условия способствуют этому. Чуть ли не каждый день сотни нелегалов направляются в Италию на контрабандистских судах различного калибра. Они отчаливают из Ливии. Беженцев спасают в море корабли береговой охраны Италии, ВМС и другие суда. Только за четверо суток на итальянское побережье были доставлены 10 тысяч искателей лучшей доли. Местное население не в восторге от гостей. Мы призываем правительство Италии помочь нам с этим нашествием мигрантов. Не потому, что мы расисты, просто у нас нет для них места, селить их негде. У нас нет и средств, чтобы им помочь. Мне жаль этих бедолаг. Ведь они приехали из стран, где бушуют войны. Но, к сожалению, наш город не может их всех приютить. Я местный житель и уже 2 года без работы. Вскоре мне придется самому отсюда уехать. Примерно сутки назад у берегов Италии перевернулось судно с ливийскими беженцами. На его борту было 550 пассажиров, из них 400 погибли. За счастливый билет в Европу нелегальным мигрантам приходится платить по несколько тысяч долларов, а порой расплачиваться жизнью.